Субханалла, очень быстро время пролетает, уважаемые братья. Каждый день мы об этом говорим. Вот, субханалла, только как будто мы вчера проводили прошлый Рамадан, уже новый Рамадан наступил. Субханалла, сегодня 6-й таравих читаем. Так быстро он прилетит, этот месяц Рамадан, и также наша жизнь, она быстро пролетает, субханалла. Вот каждый пускай сейчас сам себе вопрос задаст. Спросите у самого себя, прошлый Рамадан и этот Рамадан. Вот. Чем я занимался между двумя Рамаданами? То есть, что я сделал? Вот если так вот сейчас вспоминать начнем, хорошо, это сделал, то сделал, это. Ну, минут 15-20 у нас времени уйдет, чтобы рассказать об этом, правильно же? Субханаллах. Вот этот год прошел. Если сейчас, например, сказать, расскажи, чем ты занимался последние 5 лет. Тоже минут 20-30 времени у нас займет. Про жизнь нашу рассказать также час займет времени. Поэтому есть такое понимание, عدد الإلهي то есть счет Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: "Ва инна йауман 'инда раббика ка альфи санати мимма та'удун". Один день перед Аллахом Субханаху ва Тааля, то есть после нашей смерти, после того как мы уйдем к Аллаху Субханаху ва Тааля, да Аллах Субханаху ва Тааля в этой жизни нам много лет прожить, поклоняясь Аллаху, быть полезным своей умме, своим близким, иншаллах. Но так или иначе мы уйдем к Аллаху Субханаху ва Тааля, и потом начинается вечность. Вечность перед Аллахом Субхану ва Тааля один день равняется к альфи сана, равняется 1000 лет этой жизни. Субхану ва, представляете? То есть один день как 1000 лет в этой дуне. Поэтому, вот если раньше взять, сколько люди жили, например, Нух алейхиссалям, 950 лет призывал к Аллаху Субхану ва Тааля, он жил 1000 лет. Если сравнить, как будто он с счетом Аллаха Субхану ва Тааля, как будто один день только прожил. Человек, например, 70-80 лет прожил в этой жизни, как будто там несколько минут только прожил всего лишь. Субханаху. Вот так вот это считается перед Аллахом, субханаху ва тааля. По соотношению вечности. Поэтому Аллах, субханаху ва тааля, когда всех вместе соберет и задаст вопрос, «Кам лабистум фил арди адада синин?» Сколько вы прожили на земле, все ответят, «Яумен ау ба'да, яум фас'алил аддин». Мы прожили день или часть дня. То есть человек прожил 80-90 лет, скажет, день или часть дня, спроси Аллах тех, кто считали, то есть ангелы. Поэтому, субханаллах, к чему я это все привожу, вот эти аяты, в первую очередь, самому себе, чтобы нам еще больше ценить вот этот месяц Рамадан. Сейчас скоро закончится первые 10 дней. А первые 10 дней это распространяется милость Аллаха Субхану ва Тааля на всех рабов. Вторая декада – магфира, прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Последняя декада – итку мин ан-нар, спасение от наказания ада. И весь Рамадан, ученые говорят более достоверно, что весь Рамадан является и милостью Аллаха, и прощением грехов, и также спасением от наказания ада. Поэтому, субханаллах, каждую ночь Аллах, субхану ва тааля, ведет список тех людей, которые спаслись от наказания ада. Субханаллах, представляете, Аллах, субхану ва тааля, запишет, субханаллах, сегодня, да, Аллах, субхану ва тааля, тоже будет вести список Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Такой-то по имени спасся от наказания ада. Атику мин ан-нар, спасся от ада. Атику мин ан-нар, знаете, что такое спасся мин ан-нар от ада? То есть никогда не зайдет в ад, субханаллах. Никогда не будет наказан в аду, сразу зайдет прямиком в рай, джанна, и будет там вечно наслаждаться в раях Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля.